Всем привет! Новости из Польши. И эта новость очень интересная. Как мы видим на экране, в Польше отменен подоходный налог для молодежи. И действительно, с августа месяца этого года люди младше 26 лет освобождаются от налога. Подоходного именно налога. И это очень интересная новость, потому что нашей дочери 20 лет, и она тоже будет освобождена от этих налогов. Ну, я, конечно, сомневаюсь, чтобы какие-то такие страны, как Украина или Россия, сделала что-то подобное. Это просто, мне кажется, невероятно, чтобы вот так вот молодежь освободили от налогов. Ну и что здесь еще пишется? Значит, по данным польского правительства, действия налоговой льготы ощутят на себе около 2 миллионов человек. Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь с Украины, что поможет решить вопрос с нехваткой в Польше работников. И по данным Польского центрального статистического управления, максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины – 73%. И вот некоторые экономисты скептически реагируют на решение ввести эту налоговую льготу, и аналитики Польши считают, что законоположение, устанавливающее льготные условия для одной группы населения, нарушает принцип равенства, закрепленный в Конституции страны. Ну и критикуют такое решение правительства и оппозиция, обвиняя власти страны в том, что с помощью щедрых социальных программ они надеются завоевать голоса избирателей на парламентских выборах, которые пройдут осенью. И помимо этой налоговой льготы, также увеличатся детские пособия и размер пенсий. Ну и, например, в следующем видео я хотел бы снять о пособиях на детей. Это пособие на детей, это 500+. И сравнить с Россией, да, какие пособия получают в России на детей. Ну, вот такая новость была о послаблении налогов для молодежи. И это очень интересно, конечно. И получится так, что в конце года все получат, можно сказать, 13-ю зарплату. Да? Ну, приблизительно, я так подумал, что посчитал, то есть где-то будет 1500 злотых. Ну, у кого-то может быть даже и больше. Так что вот так, очень приятный бонус для молодых людей в Польше. Ну и, наверное, молодежь с Украины прям-таки поедут на работу в Польшу. Все, всем пока. Кому понравилось видео, поставьте лайк этому видео и поделитесь этой новостью в социальных сетях. Ну а если вы еще не подписаны, то подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем пока.